Эта уборка для школьников – не разовая акция. Ребята стали победителями в областном экологическом фестивале младших школьников «Чистота нашего края». В номинации «Наш чистый школьный двор». Мы учащиеся 4 Z-класса городской гимназии. Нас очень волнует экологическая проблема нашего города. И поэтому мы участвуем в экологическом фестивале. И наш проект называется «Пластиковая бутылка. Вред или польза?». 25 апреля в Ульяновске состоится областной фестиваль, на котором димитровградцы представят свой проект. А пока мальчишки и девчонки своими делами доказывают, каждый в силах принести пользу родному городу. Мы за чистый город, за цветущий город, за зеленый лес. Татьяна Елисеева, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.